Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы разберем попетельно вот эту вот мою схему на берет, вот этот вот, который у меня скоростной мастер-класс. Я испугалась, девчонки, думала, что я выбросила эту бумажку. Пришлось бы мне рисовать снова. Но нет, не выбросила, пожеванная она, но сохранилась. Поэтому для тех, я так поняла, ну, я понимаю, да, что я объяснила поверхностно, конечно, эту схему, просто сам принцип. Вот. Ну и понятное дело, что для новичков это все непонятно. Сейчас мы пройдемся полностью по схеме. Вот, я свяжу один мотив, чтобы вам было все четко, ясно и понятно. Так, что хотела сказать. Для начала набираем 60 петель. Вот следуем этой схеме. Вяжу я спицами толще и пряжей толще. Ну, пряжа просто для удобства. Нам важно разобрать саму схему. Так, 4. Так, сегодня у меня темновато, я надеюсь, мы... Значит, три маркера я беру. И беру фломастер, и я буду обозначать каждый ряд, я буду прописывать, потому что я забываю, бывает, ошибаюсь, как бы теряю счет рядам. Значит, первый ряд. Это я для себя пишу. Так, мы сейчас, что мы сейчас сделаем? Мы разделим на вот эти секторы в первом ряду. Так, вяжем. Жемчужный узор у нас состоит из как бы резинка 1 на 1, которая меняется, да. Значит, 6 петель, маркер, далее 6 петель. Вяжем по узору, все так же продолжаем вязать по узору. 2, 3, 4, 5, 6. Отделили, то есть 6 и 6. Теперь у нас 30 петель косы. Маркер, и остается у нас там 18 петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и изнаночная 18. То есть сюда входят также кромочные. Вот это количество петель с кромочными. Далее, изнаночный ряд. Второй, я их писать не буду. Значит, изнаночный ряд мы вяжем по узору. Это значит, где лицевая, мы вяжем изнаночной. Где изнаночная, вяжем лицевую. Это и есть наш жемчужный узор. По сути, вот этот вот, вот эти два ряда, они, их считать в принципе не нужно, потому что это будет потом последний ряд. Вот только вот эти вот два ряда в самом начале, да. Сейчас мы, я их, в общем, провяжу, а считать мы будем со следующего ряда, потому что эти ряды уже у нас так, ну, как бы таких рядов у нас уже просто не будет. Далее вязание, это просто начало вязания. Вот вы берет, вот начинаете вот таким вот способом, то есть вот эти два ряда провязываете, и далее вот сейчас у нас будет первый ряд, вот, вот именно сейчас, который у нас уже будет незаконченным. То есть мы вяжем весь ряд здесь без изменений, все петли до конца ряда, то есть по узору, меняя там, где была изнаночная, вяжем лицевой, где была лицевая, вяжем изнаночной. То есть это и есть наш первый ряд. Здесь мы делаем незаконченный. Здесь мы вяжем незаконченный ряд. То есть здесь уже мы кромочную не считаем и одну петлю не довязываем. То есть вот она, одна недовязанная петля. Незаконченный ряд. Ну, плюс еще одна кромочная. Поворачиваем работу.
Вот у нас здесь их будет 17 вот таких вот незаконченных рядов. Делаем воздушную петлю таким вот образом. Да, я цепляю, затягиваю хорошенечко и вяжу до конца ряда по узору. Это у нас второй ряд. Четные ряды я писать не буду. Я буду писать только нечетные, чтобы не запутаться. Так, здесь мы вяжем до конца ряда. Так, итак, третий ряд. Снова вяжем до конца ряда без изменений. Так, в конце ряда снова мы не довязываем одну петлю. Но вот, смотрите, вот здесь вот мы останавливаемся, потому что у нас здесь одна петля. Вот она, одна петля, а это воздушная петля. Мы не считаем, то есть две петли мы оставляем, воздушную и петлю с работы одну. Поворачиваемся и вяжем изнаночный ряд до конца без изменений. Так, 4 ряда, теперь 5 ряд. Так, снова, видите, не довязывая я одну петлю, плюс воздушная петля. Поворачиваем, делаем воздушную петлю, вяжем изнаночный шестой ряд по узору до конца ряда. Здесь мы оставляем, то есть вот это есть наша вот эта вот макушечка, и вяжем до конца ряда. Так, седьмой ряд. Снова мы вяжем без, до конца незаконченный ряд. То есть здесь у нас ничего не происходит на протяжении всего ряда, кроме как одну петлю мы не довязываем. Так, здесь снова оставляем. Так в каждом ряду. Вот по сути с этой стороны, в лицевом ряду, с левой стороны мы оставляем все время на протяжении всего вязания по одной петле. Изнаночный восьмой ряд вяжем без изменений. Так, и теперь девятый ряд, в котором мы будем делать косу. Вот, восклицательный знак поставлю. Здесь в девятом ряду мы делаем первый переброс косы. Берем дополнительную спицу, потому что коса у нас из 20 петель, и достаточно не просто делается, но ничего, потерпим. Итак, девятый ряд. Так, после маркера, значит, переснимаем. Я толстую взяла, надо потоньше, удобнее будет. Переснимаем 10 петель на дополнительную спицу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Оставляем перед работой и провязываем следующие 10 петель. Смотрим по узору обязательно. Два, три, четыре, пять. 6 7 8 9 10. Теперь эти 10 петель со вспомогательной спицы. Так, опять же смотрим по узору. 1 2 3 4 5,
6, 7, 8, ой-ой-ой, 9, 10. Все, идем дальше, вяжем по узору. Мы сделали первый переброс, вот он, в 9-м ряду. Вяжем до конца и опять не довязываем одну петлю. Так, вот она, одна петля, снова не довязываем. Поворачиваемся, делаем воздушную петлю. Так, 10-й ряд до конца без изменений. Так, 11-й ряд. До конца ряда без изменений, в конце одну петлю не довязываем. В конце ряда снова не довязываем, поворачиваемся, 12-й ряд изнаночный по узору. Так, 13-й ряд. Без изменений до конца незаконченный ряд. То есть на самом деле, девчонки, тут все очень просто. Просто надо понять, как бы один раз связать один как бы мотив, и все дальше уже просто. У нас кажется оно очень сложно, на самом деле ничего сложного здесь нет. Так, вот две петли оставляю, поворачиваем, изнаночный по узору, 14-й ряд. Так, следующий, 15-й ряд, тоже незаконченный. Не довязываем одну петлю, все, все остальное по узору. Так, поворачиваемся, видите, уже здесь у нас виден угол. Так, 17-й ряд. Ой, вернее, ой, нет, это 18-й изнаночный, девчонки, извините, 17-й будет следующий. Это 16-й ряд. Так, еще раз прошу прощения, это 16-й ряд изнаночный. Так, вот он, 17-й ряд, наконец-то, девчонки. Незаконченный, без изменений. Так, незаконченный, 18-й изнаночный. 5, 6, 7, 8, 9. Вот скоро мы уже будем делать и в начале незаконченные ряды. Так, 18, 19 ряд. То же самое, до конца вязания без изменений, незаконченный ряд. То есть по узору 19, 20 изнаночный ряд до конца ряда. Теперь у нас 21-й ряд, 21-й, и мы снова его вяжем незаконченным до конца ряда, ну, не до конца, не заканчиваем его. Так, вот он, 21-й ряд. Теперь, девчонки, вот смотрим, раз, считаем наши незаконченные как бы секторы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот то, что я говорила в том видео, в первом. Девчонки, в его обязательно смотрим. Это видео у нас дополнение к тому. То есть в 22-м ряду, когда у нас уже здесь 11 как бы незаконченных, мы начинаем делать вот эти вот незаконченные ряды с этой стороны. То есть сейчас и в изнаночном ряду мы будем делать этот незаконченный ряд. То есть сейчас у нас 22-й ряд.
Так, здесь мы, вот эта часть у нас уже теперь остается, ее мы вообще не трогаем, а незаконченные ряды мы делаем вот здесь, вот, вот в втором секторе, который у нас из 6 петель. То есть здесь мы вяжем прям до вот этого маркера. Поворачиваем и вяжем 23 ряд, тоже незаконченный, тоже делаем воздушную петлю, и сейчас мы вяжем 23 ряд. Так, недовязанный, поворачиваем, делаем воздушную петлю. 24 ряд тоже незаконченный. Мы вот точно так же, как и с этой стороны, мы оставляем вот по одной петле плюс воздушная, соответственно. Поворачиваемся, 25 ряд незаконченный. Видите, теперь здесь у нас были убавления, вот здесь вот, то есть мы передвигались, как бы не заканчивали, и образовался такой вот угол. Теперь мы образовываем вот этот вот второй уголочек, как бы скосик, и вяжем только вот эти центральные петли. Значит, 25 ряд. Так. 26, 26. Видите, мы приближаемся к этому маркеру. Вот, видите. А здесь мы тоже будем приближаться ко второму маркеру. И по итогу у нас останется только центральные вот эти вот петли, где коса. Так, 26. Теперь 27 ряд, в котором мы делаем косу, девчонки. Так, я его сейчас напишу. 27, восклицательный знак. Мы будем делать косу. Теперь она у нас во второй половине. Так, теперь мы довязываем до маркера. Провязываем 10 петель первых. Отсюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующие 10 снимаем на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Провязываем, оставляем ее за работой в этот раз. Провязываем следующие 10 по узору, не сбиваемся с курса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь провязываем петли со спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, все, вяжем дальше. 27 ряд. Так, здесь уже совсем мало у нас осталось петель. Поворачиваем 28. Поворачиваем. Так, 29 ряд, давайте, чтобы не путаться, я же
29 лицевой. Поворачиваемся. Видите, здесь у нас уже 3 ячейки. По узору незаконченный 29 ряд тоже. Так, поворачиваемся. 30 ряд. Незаконченный, 31 лицевой незаконченный. Тут важно понять принцип, девчонки. Вот здесь не заканчиваем, уходим по на угол, как бы, и там не заканчиваем. Так, 31. Мы здесь приближаемся к этому маркеру. Вот видите, вот эти вот как бы уголочек здесь у нас это. Так, и здесь. И вот два маркера, это наша коса, и мы приближаемся как бы к косе этими незаконченными рядами. Так, здесь, видите, уже прям одна петелечка у нас осталась. Поворачиваемся, 32 ряд. Так, здесь тоже одна петелька. Видите? Так, 33 ряд. Мы уже на финише. Все, мы сейчас приблизимся к этим маркерам и все, соединим все. И все, и снова начинаем новый как бы мотив. Так, вот он, 33 ряд. Все, мы уже прям у маркера. Поворачиваемся, делаем вот эту воздушную петлю. И вяжем 34 ряд. В 35 ряду мы уже будем соединять. Сейчас я вяжу 34. И все. Вот. На самом деле ничего сложного. То же самое здесь. Мы поворачиваемся прямо у маркера и вяжем, делаем еще здесь эту воздушную петлю и вяжем 35 ряд, в котором мы соединяем эту сторону. Вот почему я говорила, что первый и второй ряд у нас не задействованы. Вот они, по сути, соединительные ряды, которые у нас 35 и 36. Вот тех рядов, которые мы начинали, их, по сути, нет. Вот здесь вот далее их не будет. Поэтому первый ряд у нас, как я показала, когда у нас первый не законченный, он будет считаться первым. Так, вяжем. Здесь, после маркера, теперь смотрим, соединяем. По узору здесь у нас должна быть изнаночная, вот эту воздушную, так, не мешай, вот эту воздушную петлю и следующую петлю провязываем вместе изнаночной, далее лицевая, то есть все по узору, лицевая, все вот эти дополнительные петли мы их провязываем со следующей, они для этого и нужны, чтобы не было дыр, а дыры здесь все равно есть, потому что спицы толстые. Вот, а если вязать по тому видео, как 2,5, то их не будет, так как в моем берете. Так что не пугаемся. 35 ряд вяжем до конца. И далее 36 до конца. И начинаем мотив снова. Вот и все. Вся остальная информация у меня в первом видео, девчонки. Смотрите, вяжите, показывайте мне, хвастайтесь обязательно.
Вот, довязала я до конца ряда в 35 ряду. Видите? Вот он такой мотив. Теперь 36 ряд. Мы тоже соединяем в конце эти незаконченные ряды. И все. Из какого пушистика, из какого-то пушистика махера тоже будет очень красивый этот берет, я думаю. Как вы думаете, как вы считаете? Так, вот здесь вот мы доходим до маркера и делаем то же самое. То есть соединяем все вот эти вот наши петли в единое вязание по узору. Смотрим, здесь должна быть лицевая. Провязываем лицевой, изнаночная. Лицевая. И изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Последняя, девчонки, лицевая. Так, подождите, маркер нужно вернуть на место. Это просто мы подсоединили сюда воздушную петлю в этот сектор. Все, 36 ряд мы готовы, мы справились. Вот и все, надеюсь, я вам помогла, девчонки, этим видео. Кто не мог разобраться, вот, вот он мотив. Вот так вот он выглядит всего, сколько их всего и как это все делать, все в том первом видео. Вот. Здесь я обозначила все ряды, в которых что-то происходит, то есть что-то мы делаем, либо косу, коса, коса. Здесь мы начинаем делать вот эти вот, как бы незаконченные, каждый ряд, в котором что-то новое происходит, я обозначила вот здесь, вот восклицательным знаком. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.